В четверг во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова состоялась пресс-конференция с участием спортсменов и тренеров, участвовавших на чемпионате мира по тхэквондо в Болгарии, где сборная Казахстана стала серебряным призером турнира. С 14 по 23 июля в столице Болгарии, городе София, прошел чемпионат мира по тхэквондо среди мужчин. В соревнованиях принимали участие около 800 спортсменов со всего мира, среди которых было и 5 спортсменов из Караганды. Станислав Лямин в личном зачете завоевал золото. Владимир Смолин и Станислав Тин заняли 5 место, проиграв в полуфинале. Максим Фу и Евгений Шим стали серебряными призерами чемпионата мира в программе по специальной технике в командном зачете. Было нелегко, соперники все были гораздо серьезный, гораздо сильный. В финале мне удалось выиграть спортсмена со сборной России. Сборная России всегда считается лидерами в этом виде спорта. Также я выиграл за выход в финал спортсмена с Украины. В первых кругах мне попали спортсмены с Новой Зеландии, с Кипра, с Японии. В общем, я оказался сильнее и завоевал золото на этом чемпионате мира.